привет, это The Hard Kiss Vlog. И сегодня у нас big day, потому что мы сегодня снимаем обложку для афиши нашего большого шоу, которое состоится в Киеве. С нами Славик, с нами Датюк. Я в предвкушении, потому что, ну, я вам покажу детали. Это будет не совсем обычная обложка, не совсем обычная съемка. Мы только что показали Славику, Виталику демки наших песен из нового альбома, который вы услышите только уже осенью. Ну что вы скажете? Мы слышали три песни. Первая песня у меня на третьем месте, вторая на первом, третья на втором. Ну вообще все три классные. Ну, мне понравилась третья. А вообще стилистика, то, что это не совсем, ну, похоже на то, что... Вперед, конечно. Мне нравится. Фотограф сегодня Данил Каистра. Привет. Как правильно? Каистра или Каистра? Каистра, хорошо. Боже, откуда Валерий такая? Канистра. И Валерия Канистра. Сейчас я покажу вам то самое, что мы будем сегодня фотографировать. В чем я, да, мой лук. Я, да, открывай. Раритет. И даже перепаял. А ну. Ух ты! Это наш дублер. Егор, хочешь, я расскажу тебе, почему мы снимаем сегодня шлем? С чего снимаем? Хочешь, я расскажу тебе, почему мы фотографируемся сегодня в шлеме? Конечно! Изобрази удивление. Я расскажу, он знает на самом деле почему. Концепт всего шоу и альбома на сегодняшний момент называется «Зализна Ластевка». Да, вот так вот романтично и красиво. Но «Зализна Ластевка» — это не просто ласточка, да, это еще символ, да, моего внутреннего какого-то «я». Хотя вот порыва. Ласточка тоже. Чечка. Ну и мы подумали, почему бы это не могло быть названием космического корабля, например. И из этого у нас возникла идея, почему бы мне не предстать в образе космонавта на афише нашего большого шоу. Не надо вытекаться, все будет хорошо. Красные щечки у Юлечки. А здесь мастерство. Чемпионат Украины по парикмахерскому искусству. Забыли про тебя. Они там общаются по поводу света, а я сижу. Шлем держу. Ты сидишь еще и с валиком, смотрите. Еще и с валиком. На какие жертвы идет артист. Да, я тебя умоляю, это Париж по сравнению с тем, что мы снимали раньше. Тут все комфортно. Не, на самом деле шлем такой тяжеленький. Да, давай. Друзья, мы сняли очень красивую афишу, даже красивее, чем я предполагала, все получилось у нас. И теперь у нас есть немного времени, и мы снимем просто портреты для интервью. Итак, друзья, это был наш бэкстейдж со съемок афиши нашего большого шоу, на которое я всех вас приглашаю. Очень хочу видеть вас. Вы уже по афише поняли, что это будет что-то просто невероятное, космическое, фантастическое, неземное. В общем, ждем вас. Это был The Hard Kiss Vlog. До новых встреч. Kiss from The Hard Kiss!